Друзья, всем привет! Ну что, сегодня в виде, как обычно, горящей головы, но только не одна голова в кадре, а весь я. Набор кучу разных ролов, таких как у Марка, у Илюхи. То есть, в общем, ролов полно у нас. Роллерблейдинг развивается в раме, что меня не может радовать. Что хочу рассказать. Не забываем обслуживать свой транспорт, чем я сейчас займусь. Обслуживаю в данный момент я свои собственные ролики. То есть у меня, помимо моих SL-ок, есть генезисы, есть еще шифты, на которых сейчас наш инструктор Данил уже катает. Что по поводу этих двух пар ролов я хочу сказать. Это мои новые ролы, которых я взял специально для того, чтобы открытый урок, чтобы вы развивались, чтобы пробовали что-то новое. То есть, если вы катались на фитнесах или вообще никогда не катались, у вас есть шанс попробовать на агрессаксе, либо попробовать вообще, что такое агрессивное катание в парке. Что хочу сказать по поводу ролов. Довольно-таки хорошие модели, ну, более, конечно, 7,4 довольно-таки старая модель, но практичная, роллы надолго многих хватает, кто-то вообще не катается, кто-то катается очень редко, роллы сохраняются в хорошем качестве. В общем, пригоняйте, точнее, если хотите первый раз пробовать, пишите мне, типа, Виталик, хочу попробовать себя на роллах, я, конечно же, поделюсь. Это размер в данный момент у меня 43 и 44 размеры есть. Уже начинаю заговариваться немножко, но ничего страшного. Суть я вам объяснил. То есть попозже попробую приобрести еще более детские модели, чтобы детям тоже можно было покататься. Здесь сейчас добавлю шнурочки, добавлю антирокеры постарше и, само собой, поменяем подшипники на более качественные, чтобы они не скрипели, и вам было более комфортно ездить. Чем мы займемся? Ну что, друзья, в общем, роллы я перебрал, они готовы к эксплуатации, как говорится. Застежки все работают исправно, шнурочки сейчас, если найду, то добавлю, если нет, то в следующий раз как-нибудь добавлю. Но это не вообще, не особо это страшно. Что хочу также напомнить, что если вдруг у вас сломалась какая-то запчасть, вам нужны новые бакли, любая другая запчасть, там внутренники, колеса, все-все-все, что угодно, вы можете заказать на Community Shop. И благодаря моему специальному промокоду, который я оставлю в описании, само собой, как же без этого, то вы можете получить небольшую скидку. Покупайте со скидкой, прогрессируйте, катайтесь. Всем удачи, ну и не забывайте, если понравился видос, конечно же, комментарий, палец вверх. И всем удачи, я погнал снимать дальше.